let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть State of Decay. В последней серии мы маленько получили по заднице. В результате пришлось убежать. Там нужно было найти шерифа. Но в итоге с этим мы не особо хорошо справились. Ну да ладно. С момента последней записи прошло довольно много времени. И сейчас, когда я зашел в игру, произошел опять ряд событий. Допустим, солдаты вышли на связь вот около этого моста. Видимо, теперь мы получили доступ к последнему городу. И это, на мой взгляд, крайне интересно. Сейчас мы туда и направимся. А потом уже, по сути, можно будет заняться и, в принципе, вот этим шерифом. Честно говоря, глупость полная вообще. Там нужно шнырять на побегушках у какого-то идиота, потому что он попросил разузнать у шерифа о том, не изменяет ли ему его девушка, что ли, что-то такое. В результате я бегаю там, как я не знаю. Так, нет. Это мы уберем. В результате я бегаю, рискую жизнью просто между ордами зомби. И, на мой взгляд, это не очень круто. Так. Пару лечилок. Это, в принципе, и все, наверное. Что нам еще надо? Ничего? Погнали. Строить у нас все равно, в принципе, ничего не хватает. Так, машину надо взять. Какую-нибудь получше. Вот эту полицейскую, я думаю, нам подойдет. Постоянно не играешь долго в эту игру, а потом вспоминаешь, какой у нее порт и управление, и расстраиваешься. Это, в принципе, не страшно, потому что игра, как я читал по комментариям, народ первую серию просто такие, ну, как-то так, не особо. А потом определенная аудитория осталась, которая понравилась, да и в основном всем понравилась она среди любителей такого, потому что постепенно она раскрылась и оказалась гораздо более глубокой, продуманной игрой, чем казалось изначально. Так что круто. Так, это что это такое? А, это просто авария. Как видите, опять все подгружается. Я не знаю, что тут может вообще тормозить при такой графике. Но вот поди ж ты. Машина шерифа, вообще вот этот Crown Victoria, мне больше всего нравится. Она довольно мощная, при этом довольно быстрая. И при этом все-таки не джип, который хрен, ты, я не знаю, развернешь там. Ты, там есть что-нибудь? Вышло несколько обновлений, и они якобы правят какие-то изменения, но при этом, вернее, правят изменения, говорю, изменяют игру в лучшую сторону, правят какие-то баги. Но вроде как работают, только если начинаешь игру сначала, поэтому увидеть мы их не в состоянии. Я думаю, если бы они поправили хотя бы вот это, включили вертикальную синхронизацию, то мы бы это уже заметили. Xbox, по сути, консоль крайне мощная, ну, для своих, в принципе, для своей весовой группы. На ней были проекты с гораздо более крутой графикой. Почему вот это тормозит? Тоже Skyrim, в принципе, тоже с открытым миром, ну, или Fallout. Гораздо лучше выглядит и совершенно не тормозят. Давайте, хиппи, откройте долбанные ворота. Все в порядке? Эти ублюдки не открывают ворота. А мои ребята сидят здесь. Все не в порядке. Ты не очень хорошо выглядишь. Да я в порядке. Бывало лучше, когда я попал в район красных фонарей в Германии. Управление армией говорит, кто же вы такие, если вы оставляете своих людей здесь? Посмотри, что там. Что большая плохая армия делает, пока вы застряли с этой стороны реки. Присматриваю за собой, пока я снесу эти ворота. Так, ну хорошо, ладно. Похоже, мы действительно попадаем на территорию, контролируемую армией. Круто. А как он туда попал? Что-то я просмотрел, он сквозь решетку прошел, что ли? Так, нужно спрятаться.
отлично, камера. Повернула меня не к тому месту. Ну, вроде нормально. Погнали. Ты откуда взялся? Эта игра настолько забагована, что это даже смешно. О, капец, там прет. И моя машина. Отлично. Давайте, армия. А там пацан куда бежит? Вы видите этих вообще леммингов тупых? Да садись ты уже в машину, болезный. Здравствуйте. Так, ну что, новый город и новые проблемы. Давайте же двинем туда. Машина сразу на отличненько так сломалась. Вот это, я думал, хорошее место, чтобы поселиться, если что. Я просто пересяду в нормальную машину. Потому что это что-то не алло. Если вы не успеете, это ваша проблема, поэтому советую. Там ломится уже. Прикольное место. Мне нравится. О, военные, похоже. Все. Да, местная военная часть, похоже. Больше не военная часть. У нас проблема. Но с другой стороны можно разжиться оружием. Так, ну вообще в другую сторону я просто осмотреться хочу. Очередная забегаловка. Понятно, здесь не так много места на самом деле. Казалось, что здесь будет больше всего. Хорошо, поехали. Так, а что, где все-то? Вообще никого не осталось, что ли? Блин. Ну, поехали, да, так. А, вот объезд. Да, вот военная база. Военных что-то на военной базе не наблюдаем особо. Heads up. Got zombies coming in. Че, ребят, ушатаем? Хорош. Готов. Втроем не так страшно ходить. Сзади. Давай, давай. Насколько это глупо выглядит. Сегодня смотрел World War Z. Мировая война. Или война миров Z, как там наши надмозги перевели. Ну, фильм крутой. И после него вот в такой играть особо приятно. Ломай, ломай его. Давай туда, к забору. Ладно. Да, это город-призрак. Бросили нас в лесах, щенков. Так что теперь... Делай, что делал. Теперь тут нет закона. Я направлюсь в штаб, чтобы узнать, куда выжившие направились. Короче, их бросили. Отлично. Уехали по своим делам. Так, ну что, давайте посмотрим, есть ли здесь какое-то место, где можно заселиться. И нужно ли нам это вообще. По сути, наш дом довольно близко. Citizens of Trumbull Valley,
I know it's difficult, but we must insist that you do not bury any of your reanimated loved ones, even after they've been destroyed. The effects on the local ecosystem could be unprecedented. To properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy-duty plastic. I'm loaded up. See you back at base. Одну. We'll see you soon. Отдаем скевенджерам. I found some supplies. Send runners for pickup. They'll be on their way soon. Морфин, круто. Так, хорошо. Блин, ну почему они не предусмотрели возможность того, что можно было бы в машину складывать вещи? Это же так логично. Особенно если ты на каком-нибудь пикапе. Так, уховые 40. Хорошо. Nice. Я больше ничего не могу обыскать. Ну ладно. Просто вроде как указывает, что здесь еще что-то есть, да? Но на деле-то оказывается, что ничего тут особо и нет. Ах, хорошо. Сейчас нам нужно... разобраться с делом шерифа. То есть мы по-любому сейчас возвращаемся назад, потому что тут как бы... нет ничего. Ну, прикинь, смотри. Вот это место — точная копия того, в котором селились мы и сейчас живем. Довольно знакомо. А, я думал, это военная база. Это типа базара местного. Куда она? Все, ладно, валим отсюда. Народ понабегает потихоньку. Кстати, отпуск может тут сделать просто и все. Другая проблема, то что я в нем не могу скидывать вот эти большие сундуки или рюкзаки там и тому подобное. Это вот на самом деле проблема. That's not a good idea. Локация кем-то занята. Ты кто? А, вы военные? Тут остались. Hey, how are you? Понятно. Ну, все равно где-то здесь, я думаю, не помешает, да? Вон в той, допустим. Блин, сколько их. Вот, допустим. Крутое место. Так, хорошо. Бегут? Это вроде не особо. Так, аутпост. Мне бы не помешало. Ася, home base. I think we better move our base down here. Does it have a good wall around it? Like a defensible perimeter? Well, no, not exactly. Сюда не получится свою базу перенести. Ну, ладно, жаль. Аутпост, по крайней мере. Not now. Нет. Сначала обыскать полностью. Окей. Я уже забыл, как это делать. Хорошо, может поменьше какой-нибудь домик взять? Потому что тут обыскивать запаришься. Да нет, тут, наверное, сделаем. Место приметное. Алан напуган. Да этот Алан, он уже пристрелил кого-то там. Не знаю, помешанный какой-то паренек. Так, хорошо. Что здесь? Просто поищем. Я не могу обыскать. А вот. Я просто сейчас обыскиваю, чтобы по большей части не собрать.
чтобы именно это место сделать аутпостом. Ну, я, конечно, буду рад какой-нибудь, я не знаю, винтовки новой там или еще чему. Ничего, ну вот что-то есть. То есть, по сути, ни правительства, ни армии не осталось. Они все куда-то делись. Хорошо. That's the kind of shit I like to see. Так что здесь. Здесь мы, я думаю, найдем еды. Причем довольно много. Кто-то бежит, по-моему, нет? О, игра-то совсем не глючная. Это примерно как DayZ. Только на консолях. А, ты решил зайти все-таки? Фух, ладно. Так, все, в доме ничего не осталось. Теперь мы можем. Отлично. Так, хорошо, и сюда мы можем заряжать ловушек, но в принципе это пока не так, чтобы сильно важно, поэтому пока не надо. Осталось определить, где здесь находится. Склад. Это определенно непростая задача будет. Мне пишут, что я до сих пор перегружен. Да знаю я. Чё уж. Так, ну и чё? И куда мне вещи складывать? Сегодня, слава богу. Хорошие соседи. Надо отойти. Это что-то за аутпост такой, в котором я ничего сложить не могу. Нормально, нет? Хорошо, будем искать. Что-то у нас как-то сегодня не очень все просто. Я вещи сгружу, сегодня нет. Что ж такое? Может, они эту штуку используют как склад? Это было бы тупо. Короче, здесь, походу, вещи-то особо никуда не сложишь. Зачем мне нафиг нужен такой аутпост? Я просто не понимаю. Ладно. Новый сделаем как-нибудь потом. По крайней мере, есть место, где укрыться можно. Ну, на самом деле, это все самоуспокоение. Мы лоханулись, конечно, сильно, но ладно. Отдохни, Израиль. Ты че вообще? Так, хорошо. Круг почета. Посмотрим еще раз. Здесь мы ничего не можем. Тут у нас нечего складывать. Там туалет, пусто. Все, пошли к машине. Да. Да нет. Скоро ночь уже будет. О. По-прежнему окружены инфестейшенами, мне по-прежнему плевать. Пусть там народ хоть переубивает друг друга. Главное, чтобы Маркус, Израиль были и Эдди. Ну, Эдди так. Лишь бы, лишь бы. Так, тихо, блин. Да, сильно мы, конечно, себя вот пост замутили. Ничего не скажешь. Блин.
великолепно развернулся. Так, пойдем проверим, что у нас там. Там мы еще не были. И, в принципе, будем возвращаться к себе домой. Что это? Да, блин. Ох уж это физика авто. Хотя, по сути, сейчас с полным инвентарем ехать. Ну нет, я посмотрю, интересно же. Кому-то опять помощь нужна. Так, это, наверное, плотина, да? Или что это такое? Нет, это не плотина, это какая-то учетная армейская. Хотя нет, плотина. Или мост. Плотина, я бы сказал. Блин, они бегут. Готов. Наш раннер прибежал. Круто. Все. Отлично. Едем домой. Так, ну посмотреть, что здесь. Area secure. No Zeds here. Дохнет уже, но смотри, все еще живы. Капец, что тут было-то вообще? Ты посмотри, пока в голову не пойдешь, он так и не умрет. Отлично. Так, ладно, рюкзачок бы найти, потому что у нас нашего нового товарища рюкзака нету. Нормально. Ну, в принципе, это тоже круто. Морфин. Биту, я думаю, выкинуть. Или это. Подожди, сейчас набежит. Блин, не успел. Офигеть вас тут. Опасная хрень. Короче, я думаю, пора валить, что-то их много становится. Хорошо, посмотрели место, запомнили, что здесь есть. А нет, автомата надо взять по-любому. Так, по-быстрому. Патроны мы взять не можем. Подожди, не сюда. Nice. Так, хорошо. Давайте сломаем. Ну, в принципе. Блин, подходит. I don't have enough space for this. Плохое место. Да, отвяжись ты, мать твою, за ногу.
занесло. Машины, конечно, ушатаны уже просто в нуль. Так, ну что, возвращаемся на свою базу, потому что здесь, по сути, пока нам дел особых нет, а там все-таки нужно шерифа найти, как бы там ни было, по-любому. Ну, неплохой такой городок, но это уже, походу, окраина, потому что вот тот город, в котором мы были, он гораздо более развитым выглядит. Так, я что, не выйду отсюда, что ли? Меняем машину. Все, что от машины осталось. Нормально. Ну, это кто? А, это бегун. Хорошо. Так, ну мост теперь, я так понимаю, всегда будет открыт. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Окей. Неудобно, конечно, проезжать будет. Да ладно, главное, что может проехать. Здрасте, свидания. Блин, вот это вот меня все время интересует. Наверняка что-то крутое есть. Надо как-нибудь зайти. Потом. Насчет Ставины по-прежнему напоминает, что у меня все плохо. У меня нормально все. Лопнул. Хреновое соседство у этих ребят. Ну, справа, который тут жил. Небольшая семейка, если можно так сказать. Как они вообще выживают? Место, ну, с другой стороны, не в городе. Но место практически незащищенное. Отлично. Орды только не хватало сейчас. I'm almost home. We'll crack open a cold one for you. Так, все, приехали. Ну, в общем, вот так сегодня сходили. Денек был позитивный. У нас появилась новая локация огромная. Там, я думаю, будет много интересных событий. И, насколько я понимаю, это... Это последняя локация в игре. Oh, you know, stuff. То есть, что тут еще может быть? В принципе, мы побывали везде, где могли. И тут, я думаю, будет уже развязка. Но сначала со всем этим нужно будет самому разобраться. Конечно, тут еще будет достаточно много квестов, я думаю. Так, прикольная пушка. Морфин. Морфин, это хорошо. Пистолетик неплохой. Ну, и в принципе, нормально. Ну что, давайте закончим на этом. В следующей серии, я думаю, пойдем искать шерифа. Не думаю, что это будет просто, потому что это все-таки поиски шерифа. А там три дома, вокруг которых постоянно курсирует несколько орд. И сделать что-то там абсолютно нереально, незаметно. Придется либо много шуметь, либо очень долго париться. Не знаю, посмотрим, короче говоря. Но пока что это все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.